Всем привет, на канале у вас Вилейка. С вами снова Дима и Саша. Сегодня делаем крепление для подушек под двигателем. Процесс пошел. Дроич тут уже что-то наваял. Смотрим дальше. Сейчас отмерили площадку для подушки, для крепления. Вот, значит, вот мерсовская подушка, вот для ее площадка. Сейчас это все дело будем приваривать к двигателю, ну вернее к креплению двигателя. И выставляться это ровненько, чтобы был зазор между двигателем и рамой. Смотрим дальше. Нет, это слово такое. Смотрим дальше. Лезьте туда, на ту сторону. Что, дамы и господа, приступаем к сварочным работам. Идите мы туда, смотрите. Вот туда. Ну что? Ну все, получим. Такая вот фигня у нас получилась, заготовочка. Сейчас ее обварим и зафигачим косынки. Что? Приступая к сварочным работам, воспользуйтесь средствами защиты. То есть сварочная маска, желательно еще костюм какой-нибудь льняной или плотная ткань. И перчатки. Шаруки опекает иногда. Ну, еще можете щеточку Все, Саша, меняю круг, просвечивается. У тебя машина по направлению стоит. Чтобы не засиралось жало, есть используется спрей. Но можно проще поступить, взять отработку и туда его макнуть. Об этом подробно расскажу.
рассказывал у себя на канале дядя Олежа. Олег Нестеров, Брест. Хороший дядька. Все подробно, все доходчиво. Все довольны. Ну а мы продолжаем варить. И все. Вся любовь, Саш. Ну что, приступаем к подушке номер 2 с правой стороны по ходу движения. Пойдем снимем, замеряемся. Процесс тот же самый. Крепление. Родное крепление, слышь? Внутри пусто. Алюминий. Дурак. Хрен редьки не слаще. Вырезали обычную пластину. С премиером стоит, чтобы она была ровно не кулялась. Вот, ровно становится. Сейчас возьмем обычную подушку старую. И по ней просверлим все отверстия. Крепление. Отверстие для крепления. Это все. Вся любовь. Берете, ставите обычным шилом. Отрисовываете первое отверстие. Терном накерняете, чтобы легче было сверлиться. И все. Когда посверлили первое отверстие, берете один болт крепления, вставляете его, фиксируете. И уже остальные уже чисто сверлем вставляете и аккуратно начинаете насверливаться. Посверлили второе, второй болт бросили. И так дальше. Гуру дураков. Получилось. Ну, начали. Ну что, мы поставили крепление. Площадку. Площадку для крепления. Сейчас берем, смотрим, как наша должна стать подушка. Вот. Мы тут ставили, чтобы она стояла вот так вот, относительно раме. Тут вот кантик был на одном уровне. Чтобы не выше, не ниже. Громче говорит. Чтобы не выше, не ниже. Вот, сейчас просто берем так вот. Замечаюсь. Ага, видишь? Надо будет пятку делать. Где там получается? Что, мужики? Как говорится, все упало. Чутка мы проморгали с креплением под двигатель. Не поставили стартер. Вот. И вот такая вот херня у нас получилась. Стартер не заходит. Придется с правой стороны вот эту вот косынку вырезать и переваривать, переносить ее ближе к болтам. Вот. А там уже какую-нибудь распорочку ставить. И все. Сейчас дошаманим немного с той стороны и по домам. Ждем вдохновения, блин, мать его, заново. Ну что, сегодняшний день подходит к концу. Как говорится, часть первая.
сделали заготовки для подушек. Тоже показывал. Значит, вот с правой стороны вот такая вот финтифлюха у нас получилась. Это заготовка, чтобы сразу камнями не закидали. Значит, заготовочка. Вот это вот горизонтальная площадка под подушку вмерялись по брусу. Брус ровный. Прилепили его к раме. Подтянули. Замерили расстояние с той стороны под горизонтальной этой площадкой. Перенесли точно такое же расстояние на эту сторону. Вот. Приварились. И все. Завтра будем обрезать, ставить косынки, вариться к раме. Короче, завтра будет веселый день. Ну, на сегодня все. С вами был Дима и Саша на канале «У вас Вилейка». До завтра.